Уважаемые дамы и господа, Всемирная лига Mixed Fight M1 Global поздравляет всех поклонников с юбилейным турниром M1 Challenge под номером 50 и дарит всем поклонникам боевых искусств бой по историческому фехтованию здесь, в эксклюзивном рейдже лиги M1 Global. Приветствуйте в синем углу спортсмен из Соединенных Штатов Америки Крейг Майкл Айви. Красному Гурыжа спортсмен из России представляет клуб «Боярд». Приветствуйте, Сергей Укола! Мы рождены, чтоб нашу сделать бою, преодолеть пространство и простор. Нам разум зов, стальные руки, крылья, а вместо сердца пламенный мотор. Все выше, выше и выше стремим мы в полет наш гимн. И в каждом пропелле рядыши спокойствие наших границ. Простая быть, твой аппарат послушный, или творя невиданных полет, мы сознаем, как крепкий плод послушный, за первый в мире пролетат тепло. Все выше, выше и выше, стремим мы в полет наш. Уважаемые дамы и господа, в красном, в синем углу рейджа спортсмен из Соединенных Штатов Америки. Ему 35 лет, вес 106 килограммов ровно, рост 182 сантиметра. Победитель турниров Меридиан Гранде Турнамент, Dreamstone, Ranger of Steel, четырехкратный чемпион командного первенства Соединенных Штатов Америки. Крейг Майкл Анви! США в синем углу! И его соперник в красном углу, ему 32 года, вес 115 килограммов ровно, рост 182 сантиметра, восьмикратный чемпион России, чемпион Европы и пятикратный чемпион мира по историческому фехтованию. Боец из России Сергей Укола! Уважаемые дамы и господа, готовность спортсмена из Соединенных Штатов Америки могут приблизить только ваши аплодисменты. И еще раз есть возможность поддержать нашего русского рыцаря, нашего богатыря. Я вот думаю, хорошо бы мечник в кого не улетел. Люди-то уважаемые вокруг. Сергей Витальевич Уколов, абсолютная легенда по историческому фехтованию. Давай, чтобы еще и по камере не попал. Да-да-да. Я пошел. Камера, ладно, человек. Камера новая. Родина-мать тебя не забудет.
Итак, спортсмены готовы? Аплодисменты спортсмену в синем углу. Аплодисменты спортсмену в красном углу. И отдельное приветствие рефери поединка. Репник Василий. Прошу. Бой длится 5 раундов по 2 минуты. С 1 по 3 отдых 1 минута. С 3 по 5 отдых между раундами 1,5 минуты. Нельзя бить в пах. Стопы запрещены в любые колющие удары. Также нельзя бить вдоль позвоночника в спину. Все. Go back.
Серёж! Как?
Три на середину. Аплодисменты. Уважаемые поклонники смешанных боевых единоборств и исторического фехтования, здесь присутствуют и такие. Единогласным решением судей. Победы по очкам. В этом поединке победу одержал рыцарь из России, Сергей Уколов. Легенда исторического фехтования. Сергей, наше поздравление с очередной яркой победой. Несколько слов поклонникам боевых искусств. Ну, спасибо, конечно, первое, Вадиму Финкельштейну, который позволил нам провести этот бой прекрасный на своем мероприятии. Поздравляем его с юбилеем, конечно. Ну и спасибо зрителям. Вы очень классно болели. Спасибо, Сергей. Мы можем еще лучше, но пока не привыкли к этому виду спорта. Спасибо огромное. До новых встреч. Новых побед. Новых свершений. Вперед, Россия!